Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию с матча очередного тура в первенстве Республики Татарстан. Встречаются команды «Строитель» и команда «Альметьевск». Ждем выход команд. Команда «Строитель» будет играть в розовой форме. Команда «Альметьевск» темно-бордово-синий. Выходят команды на поле. Традиционное рукопожатие «Фэйрплей». Колесников Радмир сегодня в качестве капитана. Там трансляция есть кто-нибудь? А кто трансляцию смотрит, подскажите, пожалуйста, звук идет хорошо? Плюсик поставьте, пожалуйста. И стартовый состав команды «Строитель». В воротах Ефимов Максим. Защита. Алимов Булат. Иванов Артур. Карпетян Малик. Полузащита. Загайнов Артем. Якубов Данир. Колесников Радмир. И в нападении Минеев Николай. И матч начался. Карпетян сейчас мячом. Перевод на Халимова. Колесников. Довольно-таки широко наши ребята начинают игру. Якубов сейчас. Загайнов. Ошибается сейчас Артем. Аут. В пользу команды «Альметьевск». Якубов здорово сейчас перехватывает по правому флангу. Подачу в штрафную. Накрывает сейчас удар Загайнова. Карапетян. Иванов сейчас выбивает мяч в аут. Команда «Альметьевск» сейчас в атаке. Якубов накрывает прострел. Команда «Альметьевск» зарабатывает угловой. Выбивает с Колесников мяч. Минеев успевает к мячу. Нет, уже второй защитник возвращается, оттесняет сейчас Николая от мяча. Остается мяч у нашей команды сейчас. Оп, не вовремя, значит, Ефимов падает, но успевает. Халимов. Колесников. Неточная передача в центр. Команда «Альметьевск» бежит в контратаку.
Загайн сохраняет сейчас мяч. Рапетян. Хорошая диагональная передача на Колесникова. Нету продолжения сейчас. Открывают Карпетяна. Неточный навес. Отворот Ефимов будет водить мяч. Хорошо на Якубова. Якубов сам может по правому флангу. Подача в штрафную. И вратарь команды Альметьевск сейчас вступает в игру. Показывает судья, что не перебросить аут. Сильно на Халимова. Не успевает Халимов сейчас к мячу. Главой зарабатывает команда Альметьевска. Дача. Колесников выбивает мяч. Еще один угловой в пользу команды Альметьевска сейчас. Отворот фиксирует рефери. Минеев, хорошая передача, удар, и Минеев, Николай открывает счет в этом матче. Отметим хорошую передачу на Минеева. 1-0 в пользу команды «Строитель». Колесников по левому флангу, передача на Минеева. Вратарь сейчас. Иванов здорово первым номером играет сейчас на мяче. Загайнов. Калимов сейчас в углу борется с 11 номером. Сильная передача. Успевает Минеев сейчас. Карпетян здорово страхует. И надо еще в центре побороться. Якубов. Халимов. Доходит мяч до Колесникова. Загайнов. Не стал рисковать сейчас Артем. Передача на Якубова. Колесников хорошо обыгрывает. Передача в центр на Загайнова. Карпетян. Калимов первый на подборе. И четвертый номер команды Альметьевска сейчас выбивает мяч в аут. Колесников будет водить мяч за боковой. Перехватывает команда Альметьевска сейчас. Якубов хорошо сейчас с Загайном взаимодействует. Передержал сейчас, по-моему, Артем мяч. Можно было делать передачу на Колесникова. Халимов. Сейчас надо опустить мяч вниз. Ефимов выходит. И вне игры фиксирует рефери Минеев.
команде Альметьевск смена. Не точно. Минеев делает передачу. И команда Альметьевск в контратаке. Калимов сейчас. Чуть не ошибся сейчас Булат. Ворот. Ефим Максим будет вводить мяч в игру через Карпетяна. Не точно Загайнов сейчас сделает передачу. Карпетян заброс на Минеева. Аут. Отворот. Замена в команде «Строитель». Вместо Загайнова на поле появляется Сафронов Александр. Минеев смещается в центр в полузащиты. Сафронов на нападение. Отворот. Карапетян. И Кубов сам обыгрывает сейчас. Неточная передача сейчас. Но сам же исправляет Якубов свою ошибку. Минеев. Халимов. Колесников спотыкает сейчас. Сохраняет мяч. Минеев. Пытается Колесников организовать сейчас атаку. Переводит на Карпетяна. Через дом вынужден Карпетян сейчас играть. Перекрыты все игроки. Они плотно, высоко сейчас команда Альметьевск. Сафронов цепляется в центр за мяч. Никто не откликнулся сейчас на передачу Карпетяна. Минеев. Забегание от Колесникова. Якубов. Себя сейчас убирает. Колесников с Якубовым сейчас поменялись местами. Не уверен, сейчас Артур Иванов сыграл. И может быть опасно сейчас. Карпетян навязывает сейчас. Сафронов надо бежать сейчас. Меняется Колесников с Якубом опять своими флангами. И Кубов, да, нет, будет вводить мяч из боковой. Заброс на Сафронова. Подача в штрафную. Ну, в руки вратарю сейчас мяч попадает. Ну, Сафронов сейчас здорово навязал борьбу в центре. Отобрал мяч. Карпетян. Не точно. Восьмой номер сейчас в атаке. У Альметьевска. Аут в пользу команды Альметьевск. Сафронова появляется Загайнов и
Минеев обратно поднимается в атаку. Разыгрывает наша команда сейчас. Загайнов теряет мяч. Аут в пользу команды Альметьевска. Воспользуюсь паузой, команда Альметьевск производит смену. Появляется первая семерка. Не успел Заня. Передача. Вне игры фиксируют рефери. Довольно-таки спорное решение, но не будем мы на этом зацикливаться. Ефимов вступает в игру. Не точно, передача от Халимова. Значит, переходит к команде Альметьевск. Халимов сам сейчас. Хорошая передача в центр на Загайнова. Загайнов здорово доходит. Передача до Якубова. Якубов удар. Во вратаря сейчас Данир попадает. Не вовремя сейчас Загайнов. Артем падает. Не теряем мы мяч. Остается около 7 минут играть в первом тайме. Карапетян ошибается. И Ефимов сейчас здорово играет на выходе сейчас. Дача. Первый Колесников на мяче. Халимов сейчас отбирает мяч. Зарабатывает аут сейчас Булат из своей команды. Проходит передача на Якубова. Якубов! И касается вратарь сейчас. Стопроцентный момент сейчас Данира имел. Чтобы сделать счет в матче 2-0.
Минеев будет подавать сейчас. Подача. И сквозь всех пролетает мяч. Никто не смог замкнуть. Карпетян, Минеев, Загайнов корпус сейчас ставит, разворачивается Артем. Перевод на Карпетяна. Карпетян здорово сейчас на замахе убирает, передача на Якубова. Иванов, удар, сильно выше ворот. Ну, хорошая задумка была, пропускался Загайнов. Мяч. Перевод на Карпетяна. И аут в пользу команды «Строитель». Рефери показывает, что все-таки аут в пользу команды «Альметьевска». Хотя последним касался игрок именно команды «Альметьевска» мяча. И сравнивает команда «Альметьевска» сейчас счет. Прозевали игрока в центре. Один-один становится счет в матче. Сохраняет Карпетян сейчас мяч. Иванов. Передача на Якубова. Минеев. Не доходит передача на Минеева. Но здесь есть возможность у Минеева побороться. Цепляет сейчас удар. И между ног сейчас застревает просто мяч вратаря. Команда «Альметьевска». Опасная игра. Халим сейчас слабую передачу делает. Сохраняет мяч. Якубов. Теряет. Дальний удар. Касается наш вратарь. Головой. Последняя минута первого тайма. Отворот. Аут в пользу команды «Строитель». Быстрый розыгрыш на Минеева. И угловой. Вместо Якубова на поле появляется Гараев. Неточная передача. Халимов. Еще удар.
Иванов первый на мяче. Вал сейчас играет. Иванов. Подача. Ефимов сейчас оставляет команду в игре. Через дом Карапетян сохраняет сейчас мяч. И 2-1 на последней минуте. Выходит команда Альминск сейчас вперед в последней минуте первого тайма. Колесников. Нет, сейчас у него продолжение, только через Карапетяна играет. Вместо Гараева Якубов опять появляется на поле. Еще один удар. Ефимов отбивает сейчас на угловой. Подача. И звучит свисток. Первый тайм окончен. Счет в матче 2-1 в пользу команды Альметьевск. Стартовый состав нашей команды без изменений. Столько матч начался. Колесников. Сейчас Колесников прорваться в центр. Загайнов. Дальний удар. Штанга. И нет, никого сейчас на добивание. Колесников попадает в 9 номера сейчас. Не видит рефери, что сейчас был угловой. Ну, с опасного момента наша команда начинает. Загайнов. Вперед Халимова. Штрафной удар в пользу команды Альметьевска. Два человека стенку Ефимов ставит. Дальний удар и выше ворот. Колесников есть простор. Радмира разгоняться. Передача в центр. Загайнов. И Кубов.
вне игры сейчас. Ворот. Теряю сейчас мяч в центре поля Загайнов. Еще один удар. Колесников нам догонять. Сбивает колесо к мячу. Передача в центр. Срезка Иванов. 3-1. Вместо Иванова появляется на поле Краснов. Хорошая стенка Якубов Минеев. Главой сейчас, по-моему, пользу команды «Строитель», да. Будет угловой. Подача. Еще один угловой. С другой стороны, будет сейчас Минеев подавать. Подача. Загайнов сейчас не попадает по мячу. Срезается мяч у Халимова. И команда Альмецка бежит в контратаку. Ой, здорово, сейчас по ногам достается Булату, и, по-моему, на желтую карточку тянет. Вдвоем отбирать сейчас у Загайнова мяч. А вот из команды «Строитель». Вместо Карапетяна на поле появляется Гайзидинов Амиль. И в команде Альметьевск смена семерки. Ворот будет вводить Ефимов сейчас. Опять в центре спокойно принимает игроки команды Альметьевска. Вместо Халимова Булата на поле появляется Афанасьев Иван. Thank you.
рефери фиксирует игру рукой игрока команды Альметьевск. Газидинов по правому флангу сейчас. Передача на Минеева. Раз три игрока его упекают. И в последний момент с-под ноги выбивают мяч на угловой. Опять с резкой, опять удар. И сейчас чудом просто команда Альметьевска не делает. Счет 4-1. С первым ударом у нас вратарь Слюфимов Максим справился, переведя его в штангу. Ну, на добивание уже игрок Альметьевска просто простил. Саганов проходит передача. Главой. Вместо Загайнова на поле появляется Иванов. Подача. И Колесников Радмир замыкает эту передачу и делает счет в матче 3-2. Вместо Афанасьева на поле появится Халимов. Есть еще 15 минут у наших ребят, чтобы отыграться. Не смог сейчас Радмир обработать передачу вместо Краснова. Появляется Загайнов. Иванов Артур смещается сейчас в центр защиты. Убивает сейчас Иванов мяч. Главой будет в пользу команды Альметьевска. Якубов здорово поборол сейчас. Данир, передача на Минеева. Успевает команда Альметьевска вернуться. Газидинов сейчас получает по ногам. Газидинов сейчас. Передача. Нет, не проходит. Команда Альметьевска пытается организовать контратаку. Вместо Газидинова Амели на поле появляется Карапетян Малик в команде «Строитель».
Заганит сейчас мячом. Смена вратарей в команде «Строитель». Ефимов Максим. Ворот появляется Брагин Алан. А вот в пользу команд «Строитель». Ворот. И два у нас счет. Поменял рефери свое решение и назначает угловой сейчас. В пользу команды Альметьевска. Подача. Халимов сильно на колесник. Не стал бежать сейчас Колесников. Вместо Якубова на поле появляется Сафин. И в команде Альметьев полностью меняется семерка. Сафин по правому флангу. Сам Сафин. Подачу штрафную. Минеев. Из-под ноги Минеева выбивают мяч на угловой. Хороший проход Сафин. Даниэль сейчас. Подача. Опять в центре свободная команда Альметьевска. Чувствует. И через центр организовывают довольно-таки опасные атаки. И рискованно выходит наша команда. Перехватывает в центре сейчас Минеев. Убивают у него из-под ноги Халимов на Колесникова. И Заганов не пошел на эту передачу. И 17 номер команды Альметьевска пытается организовать атаку. Вместо Колесникова на поле появляется Гараев. Искандер сейчас. Заганов. Хорошая передача на Сафина. Сафин удар. Подает сейчас. Вратаря Иванов первый на мяче. Гараев. Искандер не успевает. У нас остается около 7 минут во втором тайме. Напоминаю, счет по-прежнему 3-2 в пользу команды Альметьевска. Сафин по центру смещается сейчас. Передача на Минеева. По ногам зацепился сейчас.
Смена в команде. Альметьевск. Халимов сейчас вовремя страхует центральных. Опять прозевали восьмого номера в центре. Можно играть. Выше ворот. Карапетян. Абрагина. Обратная передача. Минеев. Якубов. Подача в штрафную. Минеев. Удар! И сравнивают счет наши ребята. Счет матча становится 3-3. Минеев здорово замыкнул передачу сейчас. Остается у нас 5 минут. Нельзя сейчас давать, принимать мяч. Халимов. Теряет сейчас мяч. Загайнов. Якубова, не точно. И отворот сейчас. Загайнов. Хороший выход. Передача на Якубова. Из-под ноги сейчас выбивает мяч. Ваут. Сафин хорошо сейчас в центре Загайнова страхует. Неточная передача от Загайнова. И команда Альметьевская опять по центру пытается атаковать. Дальний удар. Мяч залетает в сетку ворот. 4-3 в пользу команды Альметьевской. Минеев не проходит передачу с Насафина. Минеев сохраняет мяч. Карапетян. Теряет сейчас Малик мяч. Главой в пользу команды Альметьевск. Обратно замена вратаря у нас Ефимов получает, появляется на воротах. Загайнов.
Алимов. Карапетян через Ефимова. Станет Иванов сейчас корпус. Пошла последняя минута. И Кубав есть возможность сейчас убежать. Минеева надо зацепиться сейчас. Колесников первый на мяче. Не получается передача. Убивает команда Альметьевск в аут. Подача в штрафную. И в руки во вратарю. Сейчас попадает. Халимов здорово первый на мяче. И опять в центре спокойно команда Альметьевск принимает. Минеев. Не использовал сейчас момент Николай. И звучит финальный свисток.